еще? Петровская, Ивановская, более старшее поколение. Да. Хорошо. Вот, кстати, речь о Семике. Давайте поговорим о Семике, который, кстати, скоро не за горами, да? Не за горами. Это древний славянский праздник в честь окончания полевых, весенних полевых работ. Послушайте, пожалуйста, информацию очень интересную. Он широко отмечался на Руси до христианской, да? Проходите, проходите. Еще поближе. Помимо поминовения усопших, да, мы так любим ходить на кладбище в этот день. Так вот, помимо поминовения усопших, которое устраивалось, ему отводилась небольшая часть с утра до обеда, всего лишь небольшая часть. Вообще это были развернутые гуляния. Так вот, помимо поминовения усопших, ритуалы Семика включали в себя чествование растительных духов. По верованиям наших предков, язычников, от них зависел наш будущий урожай. Ну, этот праздник называли раньше девичьи, даже летними святками. Вот существовали зимние святки, это были летние святки. В этот день умывали глаза водой из реки или из колодца, чтобы не болели. Бросали в реку или колодец монету на счастье. Девушки загадывали желания и кумились. Предлагаю вам поиграть в игру «Кумушки, кумитесь». Мне нужно два круга, разделимся на две половинки. Девушки, давайте девушки. Праздник девичий, давайте девушки. Идите сюда во внутренний круг, выходите. Выходите. И постарше девушки, давайте. Давайте. Да. Кружочек немножко понеснее сюда, чуть-чуть понеснее. Так, а за ними круг второй внешний. Так, давай. Девушки школы искусств! Девушки школы искусств! Девушки школы искусств! Пожалуйста, девушки! Девушки, пойдемте. Так, значит, давайте определимся. Два круга внутренний. Девчонки, возьмитесь для удобства за руки пока. За руки. Внутренний круг. Ага, достаточно. Марин, давай ты тут главное будешь. Давай тут будешь. Хорошо? Давай. Так, и внутренний круг, внешний круг. Так, еще бы нам немножечко туда. Наталья Георгиевна, давайте, вставайте. Давайте. Так. Наталья Владимировна. А мальчик, это можно? Нет. Давайте. Может, Марина, еще кого-нибудь? Марина, Катя, идите сюда. Иди сюда. Внимание, все, руки расцепите. Встаньте удобненько, чуть-чуть отойдите, спокойненько. Так, правила такие. Внешний круг идет по часовой стрелке, внутренний против часовой, да? Давайте порепетируем. Так, по часовой внешний круг, а вы в обратную сторону. Итак, пошли. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Идем не быстро, спокойно, как будто хоровод водим. Так, а сейчас будем идти на мои слова, и как только я остановлюсь. Так, можно сюда еще какую-нибудь? Таня, давай еще ты сюда возьмешь. Тут маловато. Да, еще можно. Давайте я в сторонку отойду. Хотя, в принципе, нет, могу в этот круг тоже встать, потому что тут маловато девчонок. Итак, не забыли, мы идем, вы туда, мы обратно. Итак, я говорю слова, как только я заканчиваю говорить слова, вы поворачиваетесь друг к другу лицом, наш круг вот внутренний, поворачивайтесь напротив кого оказываетесь, кланяетесь. Понятно? Вернее, понятно вам? Понятно нам? Понятно. Так, пойдемте. Кумушки, кумитеся, где сойдетеся, поклонитеся, домой пойдете, не бронитеся. Встали, повернулись друг к другу. Поклонились. Еще разочек идем. Кумушки, кумитеся,
где сойдетесь, поклонитесь, назад пойдете, не бронитесь. Повернулись, поклонились, но кто вам не поклонился, я всем поклонюсь. Еще разочек, да? Троица, да? Пошли еще разочек. Не все говорите, умитесь, не сойдетесь, поклонитесь, назад пойдете, не бронитесь, поворачивайтесь, можно даже обняться, А вообще девушки целовались через березовый веночек. Ну вот таким образом мы с вами поприветствовали друг друга. Вот эти два праздника, Семихи и Троица, очень переплелись между собой. Подождите, не расходитесь еще. Они переплелись между собой символом обоих праздников. Сейчас уже все это как-то в Троицу ушло, а в Семихе символом Семиха была березка. Ее наряжали, водили вокруг нее хороводы, плели веночки. Считалось, что в этот день листва березки переговариваются, веточки шевелятся между собой, переговариваются. Давайте и мы попробуем узнать, что нам березовые листочки нашепчут. Итак, вот мы все с вами присутствуете, сейчас в один круг встанем, в один общий круг. Уже общий круг сделаем. Ага, а в центр круга. Выходите те, кто родился в мае. Пожалуйста, что ж вы сидите-то? Выходите. Ух, хорошо, еще желающие майские, пожалуйста, выходите. Так, в июне тогда еще добавляйтесь. В июне. У кого свадьба в июне, тоже можно. В июле все. В июле тогда. В июле кто родился? Да. Да, это май, июнь, июль, все. Точно больше никого нет? Я пошла за березкой. Выбирайте любой листочек, какой вам понравится. Сейчас следите, смотрите, выбирайте. Ну давайте. Как на березоньке иголок нет, столько вам желаю горя и бед. Так, давайте дальше. Как на березоньке сережки, так крепоньки будут ваши ножки. Сколько на веточке листочков, столько вам дочерей, сыночков, внуков и внучек. До всех. Ну, торчи. Как светла рубаха у березы, пусть текут лишь от радости ваши слезы. Пожалуйста. Сколько на ветке сережек, столько вам в одежды, золотых застежек, богатства вам березка желает. Ну, малышки, потянем. Так. Как у березоньки платье серебристо, так больно любит девка гармониста. Гармониста полюбит. Вот он сидит. Музыканта. Гармонист. Как равна березова прутица, так равна станом молодица. Пожалуйста. Да чего же хороша береза, пусть светятся счастьем ваши глаза. Как березонька росточком высока, вырастаю, девицы, длинна коса, длинная, еще расти. Как крепок березовый пруд, так надежен пусть будет ваш друг. Из березоньки венок сплетай, пусть будет у бабушки добрым урожай. Передай бабушке своей. Держите, Нина Алексеевна, еще остались. Опа!
Пошла по апрельским. Сколь березонька листочками богата, столь молодушка, будь кудревата. Держи листочек. Как гиба березовый пруд, так весел и сердечный пусть будет твой друг. Так весел и сердечен пусть будет твой друг. Так, держи. Кристин, тяни листочек. Че уж своих-то не обижу. Как березонька бела, пусть будет к вам родня добра. Где родня? Добрая родня? Ну и держите. Коль бела березонька стволом, столь девица бела лицом. Ну как, какая красивая. Так, ну и мы говорили про общую песню, которую исполняли все присутствующие. Мы сейчас вам предлагаем побыть немножко в этой среде. Так, у меня тоже есть. Так, запомнится словами о воскресенье. Держите все, куда тоже все. Поют все. Карина Васильевна, есть далее. Кому еще? У кого руки свободные? Берите ложки. Давайте я. Ну, вот, Катя, поем. Так, со словами познакомились, все ли понятно? Жирненькой большой буквой выделено ударение. Специфическое, да? Скажите, так, сейчас, сейчас, сейчас. Первый куплетик попробуем. Все не новые, кленовые решетчатые. Все, спасибо. Так, теперь освоим инструменты. Вот у кого ложечки, можно зажать. Вот так вот. Вот так вот между пальчиками, да? Малышам можно просто по ложечке, но осторожно, ладно, чтобы не откололось. Тихонечко. И вот так. И вот так. Тебе дали? Да, уже дали. Так, вот это вот. Вот это вот. Вот такой момент. Посмотри, вот так вот. Так, кому еще непонятно? Ну, я надеюсь, у нас получится здорово, да? Итак, значит, внимание, по тексту посмотрите. Итак, по тексту послушайте. Сначала поем без игры. Поем без игры три куплетика подряд. Потом куплетик у нас проигрыш, мы тогда включаем свое исполнительское мастерство. Ну, по знаку руки как-то. А, ничего, уже никаких знаков не надо. Так, снова три куплетика подряд поем без игры, на проигрыше играем. Повторяем, первый куплет уже можно вовсю играть, и петь мы уже, да, подготовленные. Ну и там как пойдет, сколько еще поиграем маленечко, да? Приготовились? Слушаем темочку, это вступление. Преподаватели домра, гитара и выпускник наш баян. Thank you.
Thank you.